Есть Россия! Соединенные Штаты Америки! Италия! Австралия! Казахстан! Англия! Испания! Индия! В следующие минуты мы постараемся вам объяснить, dove siete venuti a finire. Где вы оказались? В каком месте? Да, в эти дни Минск – это многонациональная территория, где соберутся практически все страны мира. Ожидаем, думаю, грандиозных новостей, информации. Ожидаю эйфории, ожидаю хорошего, классного настроения. Увидеть результаты своих трудов. Будет что-то очень запоминающееся, интересное. Это событие, на котором родятся новые миллиардеры нового типа. Сегодня наступает новая эра, новый тренд, который называется многоуровневый краудинвестинг. Простые люди, кто работает на заводе, кто работает в банке, могут финансировать любой проект, любую технологию и в дальнейшем иметь колоссальную прибыль. Я поняла, что вот эта возможность, которую я долго ждала и искала. Люди будут иметь диплом менеджера многоуровневого краудинвестинга, у них всегда будет работа. Volete vedere come noi cambieremo il mondo? Хотите увидеть, как мы изменим этот мир? Только автомобильные дороги мира убивают сегодня на планете 1,5 миллиона человек ежегодно. 15 миллионов делают коллегами. Это можно изменить, эти жизни можно спасти. В последние 100 лет мы занимались только тем, что мы абсолютно полностью загубили экосистему нашей планеты. Вот фактически, вот то, что вы видите, сделано за 2,5 года. Многие не верили, никуда деньги не пойдут, ни на какие строительства. Мы видим настоящий действующий транспорт и даже смогли успеть прокатиться на нем. Эти машины сложнее, чем автомобиль Теслы у Илона Маска. То, что сделано всего лишь за 50 миллионов долларов, всего лишь, ну, наверное, компания Siemens, если бы вот это все сделала, она бы сделала, ну, наверное, 10 миллиардов. Новых 3 транспортных средства в этом году представлено. Готовый скоростной юнибус, который будет представлен на трансе. Вы говорите, удивляет ли нас количество людей? Да нет, конечно, не удивляет. Их будет все больше и больше. Проект Skyway меняет не только одну личность, а целое общество. Любой человек может заработать деньги. Извините, может, я грубо скажу, любой дурак заработать деньги может. Но сохранить и приумножить – это уже искусство. Умный человек много знает, а мудрый человек умеет. Все понимают, что работа будущего – это финансовое образование. Но мы, ребята, чем мы занимаемся? Финансово грамотный человек. Даже если у него забрать все деньги, через какое-то время он вернет еще больше. Безграмотный человек – у которого забирают все деньги, он идет воевать. Для тех людей, которые готовы, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Гений финансов – это симулятор, который показывает в течение 4-5 часов всю твою жизнь. Игра в эту игру, ты приобретешь тот опыт, что в реальной жизни тебе понадобится где-то 10-15 лет. Гений финансов позволяет нам прокачать такие навыки, как коммуникативность, переговоры, решение финансовых проблем. Люди полностью поменяли свою жизнь после того, как они 1, 2, 3 раза поиграли. Советский Союз разрушился. Поменялось 4 правителя нашей страны, но никто из них не изменил жизнь. Но моя жизнь изменилась. Кто изменил мою жизнь? Я сам себе сказал, мою жизнь изменил я себе сам. Я начал с нуля. Был машинистом печатного станка. Печатал газеты. В доме, где мы жили, не было мебели. Было жутко холодно. Не было даже кровати. Мы спали на полу. Я потерял отца, когда мне был 1 год. Моя мама осталась одна с 5 детьми. Мой отец вернулся из армии алкоголиком. Семья была не очень счастлива. 7 детей в семье. Нам было нечего есть. Мы жили в маленьком городке, у нас в семье было 9 детей. У меня нет денег, чтобы учиться, кругом одна преступность. Я потерял дом своей матери, потерял дом своей тещи и доверие всего своего окружения.
Я осталась абсолютно одна с маленьким ребенком в стране, которая не являлась мне родной. Я был единственным темнокожим в школе. Это было культурным шоком для меня. Отыграли свадьбу, на следующий день ты хоронишь отца. Это был самый тяжелый период. Мой муж оставил у меня на теле ожоги третьей степени. Он это сделал утюгом. Я потеряла сына, своего сына, 24 года. Было такое время, что мне не хотелось жить. Я не знала, что делать. Вы включите телевизор на 5 минут и увидите, насколько сумасшедший этот мир. В этом мире нужно светить, нужно быть лучиком света, нужно делиться своей любовью с людьми. А потом я сказала, мне нравятся эти люди. Они говорят о том, как зарабатывать деньги, как быть успешными. Они не ноют, они не винят правительство, они не винят государство. Они берут жизнь в свои руки и делают жизнь свою краше. Никто не может меня остановить. Я единственная, кто может себя остановить. Самая главная ценность, которую можно предложить рынку, это образование. Я обучался, я заставлял себя. Благодаря SkyWay я начала жить. Это тренинг уникальный тем, что вот прям сразу они получили все то, что хотели, и на следующем тренинге они могут это закрепить. Когда ты получаешь этот опыт, никто и никогда в жизни у тебя его не заберет. Вы сможете жить вашу жизнь так, как хотите этого вы. Именно благодаря SkyWay Invest Group я смог выбраться из этой дыры, этой норы, в которой я находился последние 20 лет. Я знаю, вы ищете пути успеха. И именно SkyWay Invest Group имеет все для этого. Все, что я запланировал на мастер-профи на коллаже, абсолютно все на 90% реализовано. Сегодня абсолютное материальное благополучие. И именно здесь, в этом бизнесе, я купила дом своей мечты. Поэтому кто из вас готов, поднимите руки, обучаться по субботам, воскресеньям? Я хочу сказать, что это было самое правильное и верное решение в моей жизни. И поверьте мне, ваш бизнес, он стремительно взлетит. За 4 года компания получила чуть больше 50 миллионов долларов. Сейчас я самый счастливый человек. Чтобы добиться успеха, нужно просто начать. Это возможность без каких-то границ и барьеров, и можно достучаться до любого уголка мира. Будьте вместе, и вы достигнете гораздо большего, нежели поодиночке. Когда вы начнете друг другу помогать, я вам 100% гарантирую, что следующий год мы не сможем сюда вместить людей. Ставьте цели, выходящие за рамки возможностей, и все у вас получится. На 4 года это более 175 стран, более 487 тысяч зарегистрированных пользователей. Сегодня у меня все в порядке, и сегодня я могу помогать другим людям. Наша игра максимально направлена на то, что совместно можно делать много хороших дел. Мы волшебники, мы создаем волшебство вокруг нас. Мы не только себе помогаем, мы помогаем другим людям улучшить свою жизнь. 15% населения всей Земли – это 1 миллиард людей. Обучить финансовой грамотности, а конкретно инвестиционной грамотности. Сумасшедшая вот эта ракета, которая взлетит с сумасшедшей скоростью, это мастер-профи. Менять себя в первую очередь. Обучаться, как делать этот мир лучше с помощью многоуровневого краудинвестинга. Номер один индустрии на ближайшие 50 лет. И самое главное, что есть у каждого из вас, это ваша мечта, которая является движителем вашей жизни. Никогда не позволяй мнению других людей стать твоей реальностью. Я сказал, если не сделаю я, придет кто-то другой сделать. Я хочу принести огромную ценность на рынке. Быть партнером SkyWay Invest Group – это величайшая возможность в истории человечества. Каждый из вас – великий человек. Каждый из вас может дать очень много. Я собираю армию. Кто хочет вступить в мою армию? Того, что есть у нас, нет ни у одной компании. Мы компания номер один в мире. Vecchiaro dove siamo finiti? Вам ясно, где вы находитесь? Benvenuti in SkyWay Invest Group. Добро пожаловать в SkyWay